Вітаю, спадарства, я Валер Руселік, і гэта праграма «Размова на Белсаце». Страляніна ў менскай кватэры, у выніку якой загінулі айцішнік Андрэй Зельцар і КДБшнік Дмітрый Федасюк, абрастае ўсё новымі дэталямі. Не сціхаюць і спрэчкі наконт таго, наколькі можна верыць у афіцыйную версію таго, што адбылося. Між тым і тыя, хто верыць, і хто не верыць, сыходзяцца ў адным. Рана ці позна нешта падобнае мусіла адбыцца. Ось пра гэтую непазбежнасць давайте і пагаворым сёння разам з маім госцем, віцэ-прэзідэнтам Федэрацыі вайскова-спартовага хортынгу Украіны, аўтарам і трэнерам курсу псіхалагічнай падрыхтоўкі і прафілактыкі баявога стрэсу «Браніяваны розум», у тым ліку для украінскіх жаўнераў у зоне АТА Константінам Ульянавым. Спадару Константіне, вітаю вас. Добрый вечер. Спадару Константіне, ну вось мы ў Беларусі маем такую сітуацыю. Больш за год у нашай краіне пануе абсалютнае беззаконне. З аднаго боку, мы маем такую абсалютную і падкрэсленую беспакаральнасць і вседазволенасць з боку сілавікоў лаяльных Лукашэнку і абсалютнае бяспраўе з боку мірных грамадзянаў. І штодзённай практыкай ўжо сталіся вось гэтыя здзекі, рэпрэсіі, у тым ліку і забойствы супраць мірных забойствы мірных грамадзянаў толькі за тое, што яны палітычна нелаяльныя рэжыму Лукашэнкі. Ці сапраўды рана ці позна мусіць такое здарыцца, што ў кагосьці лопне цярпенне і ў адказ на гвалт з боку сілавікоў гэты чалавек возьме зброю ў рукі і дасць адпаведны адпор? Альбо ўсё-ткі вось гэту спружыну, гэта цярпенне народнага, яго гэтую спружыну можна ціснуць без конца? Ну, без конца однозначно не получится. Мы такой биологический вид, который очень-очень нуждается в чувстве контроля. Когда какие-то внешние обстоятельства в контексте нашего сегодняшнего разговора, это не просто обстоятельства, а целенаправленная политика государства, назовем это так, то когда у человека это чувство контроля забирают, когда он не может влиять на, собственно, на свою жизнь, рано или поздно с ним случается одна из двух основных реакций. Он либо коллапсирует, и, ну, если мы говорим там более такие психологические термины, грубо говоря, у него случается депрессия, которая может дойти до суицида, потому что мир слишком страшный и плохой. Либо же его агрессия, выраженная во враждебности, канализируется на источник, собственно, вот этого вот неконтролируемого стресса. Поэтому рано или поздно, если мы посмотрим на, в принципе, всю историю нашего вида, рано или поздно люди берутся за оружие. Ведаеце, я калі рыхтаваўся да нашай з вамі размовы, прыгадаў падзеі ва ўкраіне, яшчэ 2014 год, самы пачатак вось гэтай расійскай агрэсіі супраць вашай радзімы, і вось тады падзеі на ўсходзе краіны. Я памятаю гэтыя мірныя маршы за адзінства Ўкраіны і адначасова першыя самыя вось вельмі жорсткія, паказальна жорсткія забойствы пра ўкраінскіх актывістаў з боку вось прыхільнікаў рускага міра. І ў прыватнасці я памятаю вось трагічную гісторыю Владзіміра Рыбака і таксама яшчэ аднаго маладога чалавека, якіх у горлаўцы вельмі жорстка катавалі, знявечылі, потым яшчэ жывых кінулі, патапілі ў вадзе. І вось ну гэта цяжка патлумачыць, калі думаць пра дзеянні вось тых сепаратыстаў, агрэсараў, як спробу заваяваць нейкія сімпатыі ў мясцовых насельніцтваў. Канешне ж, дасягнуць сімпатыі такой жорсткасцю немагчыма. І вось тады яшчэ я чуў такое меркаванне, што паказальныя забойствы тады рабіліся а для таго, каб запалохаць людзей, і б каб абудзіць у іх такую звярыную натуру, звярыны пачатак, каб урэшце пачалася вось гэта катавася, пачалося вось гэта забойства адзін аднога масавага характару. Ці можам мы казаць пра тое, што і ў Беларусі, калі не зменіць улада гэтага курсу на неабмежаваны гвалт, рана ці позна ў людзях можа масава прачнуцца вось гэта звярынае? Во-первых, хочу напомнить такую, например, штуку. У нас, боюсь сейчас ошибиться, это был
по-моему, февраль 2015-го возле Дворца спорта в Харькове произошел классический теракт. То есть была мирная демонстрация за евроинтеграцию, или, в общем, короче, Евромайдан. И самодельное взрывное устройство взорвалось в урне. То есть дело в том, что у нас, наш народ, он бомбардировался вот этим насилием с очень разных сторон и под разными углами. Но нам повезло в том, что у нас был определенный такой костяк людей, которые, когда видели всю эту кровь и весь этот ужас, они вместо того, чтобы опускать руки, они консолидировались. Соответственно, если, дай бог, у вас получится так, что найдется вот это самый минимум людей, которые будут готовы быть вот этой первой искрой, да, скорее всего, получится вот этот вот вал насилия и, как вы сказали, вот это вот звериной жестокости в какой-то момент остановить и переломить. Потому что, к сожалению, в определенных ситуациях люди, казалось бы, абсолютно нормальные, они могут себя вести, опять же, как вы сказали, по-звериному жестоко. Потому что мир насилия, мир крови, разрушения, он настолько другой, что заставляет нас, ну, немножко забывать о том, что мы люди. И когда мы потом об этом вспоминаем, мы можем очень сильно жалеть. Спадарю Константині, ну, ось психологи, вони ще ёсць у силових структурах, ну, напевно, усіх абсолютно країн, напевно, вони ёсць і у структурах верных Лукашенку. І ось у такой ситуації спеціалісти, попросту люди, які там ёсць, неужо вони, що може їх примусить ось дзейнічаць так жорстко у дачыненні да падкрэслена мірных грамадзянаў, няўжо ў іх няма вось такой інстынкту самазахавання перад небяспекай, што аднойчы людзі возьмуць, папросту масава возьмуцца за вілы, стрэльбы і пойдуць і не пакінуць жывога месца на месцы рэжыму Лукашэнкі. Чаму вось так сілавікі ўвогуле, вось як псіхолаг, ці можна патлумачыць, чаму яны так могуць дзейнічаць? К сожалению, такова наша натура. Если посмотреть, например, на Первую мировую войну, когда это время перед Первой мировой войной, это расцвет культуры, технологии, там, философии и так далее. И вот проходит буквально несколько недель, и это уже ад на земле, где люди в полных грязи окопах там рвут друг другу там рты практически руками. К сожалению, вот этот налет цивилизованности, он с нас очень легко спрыгивает. Это можно посмотреть по как большим войнам, так и по маленьким каким-то конфликтам, тот же самый там геноцид тутси и так далее. Почему это происходит в рядах некоторых силовиков? Нужно понимать, что и силовик, и психолог, который будет отбирать, и офицер, который будет его тренировать, это не как бы такое сферическое что-то в вакууме, всегда есть запрос. Он от государства или от общества, он далеко не всегда очевидный. И если государство говорит, что нам нужно 100 полицейских, которые будут охранять там покой граждан от зла, и психологи, и офицер будет отбирать определенных людей. Это будут определенные нарративы о том, что вот выйдите на свою улицу, посмотрите на там молодых мам с колясками, посмотрите на детей, которые здесь играют, там, посмотрите на стариков, которые там наслаждаются там какими-то последними днями, вы их защищаете. Вот это будет формировать образ мышления будущего полицейского. Но если изначально мы говорим о том, что нам не нужно защищать, нам нужно подавлять, репрессировать и в случае необходимости максимально жестко, просто чтобы не оставить никаких шансов, подавить любую инакомыслие, назовем это так, то, извините меня, тогда и психологи, и офицеры начинают выбирать совершенно других людей, начинают совершенно по-другому их готовить. Дело еще в том, что когда человек надевает на себя форму, она такая же, как у людей, которые стоят рядом. Он закрывает лицо точно так же, как и люди стоят рядом. И в какой-то момент он слышит, как кто-то другой ему говорит, там, целься, пли, там, откройте огонь и так далее. Это называется смещение ответственности. Это не я только что стрелял по толпе. Это на самом деле мой начальник, которого, кстати, могу очень не любить, потому что мы там с ним служим, и он такой не очень хороший, вроде как мужик, но это он отдал этот приказ. А я, ну что, я просто винтик. Вот это вот перенос ответственности, он, опять-таки, к сожалению, очень нам свойственен. Если вы там, обратите внимание на Нюрнбергском процессе, чаще всего говорили, я всего лишь выполнял приказ. К сожалению, люди готовы, не все, слава богу, но все-таки многие готовы на ужасные зверства, просто когда кто-то другой за них отвечает. Я просто выполнял приказ. Паслухайце, у нас неаднойчы пасля нейкіх масавых рэпрэсіяў, напрыклад, крывавых разгонаў, дэманстрацыяў,
з'яўлялася ў медыях інфармацыя пра метады, якія ўжываюцца пры падрыхтоўцы сілавікоў якраз да разгону, жорсткага разгону дэманстрантаў. І там гаворка была і пра тое, што даюць ім пэўныя прэпараты псіхафізічныя, псіхаактыўныя, таксама гавораць, што паказваюць адмысловыя жорсткія фільмы і таксама, што працуюць псіхолагі, якія будуюць па сутнасці вобраз ворага, то бок дэгуманізуюць гэтых самых грамадзянаў. Ці сапраўды гэта так? Ці можна падрабязней трошкі пра гэтыя методыкі? Ну, давайте начнем сначала по поводу препаратов. Это возможно, но на самом деле не так, чтобы очень нужно, и местами это слишком дорого. А вот если мы говорим о том, что идет планомерная психологическая подготовка к применению максимально такого жестокого насилия по отношению к неважно кому, там, мужчинам, женщинам или детям, да, это есть, потому что, опять же, это используется на протяжении очень многих лет. Вы употребили слово «дегуманизация». Этим тоже пользуются уже очень-очень много лет. Если мы посмотрим на любой пропагандистский какой-то плакат, что Первой, что Второй мировой войны, он всегда построен, ну, всегда по одному и тому же принципу. Есть наш, неважно, кто он там на самом деле будет в данный момент, он подчеркнуто мужественный, он такой весь из себя красивый, у него образ такого либо защитника, либо мстителя вот за какому-то злу. А наш противник, да, немцы так изображали бойцов Красной Армии, или там американцев, немцев, или японцев, соответственно, в СССР против немцев, неважно. Это всегда такая черная какая-то, какой-то черный монстр, человекообразная тварь, потому что нам нужно занести в голове у человека, который берет в руки оружие, мысль. Ты не убиваешь людей, ты убиваешь фрицев, ты убиваешь хохлов, ты убиваешь бандеровцев. Как только мы заменяем вот это вот слово человек на какое-то там, демонстранты, например, кто еще у вас может быть, террористы, например, экстремисты, мы делаем первый шаг к тому, что одному человеку гораздо легче убить второго, ну, либо как минимум применять к нему какие-то очень-очень такие жесткие меры. Когда мы говорим о том, что у нас есть еще время на то, чтобы провести такую физическую подготовку, вы бы удивились, насколько люди могут совершать ужасные поступки и свято верить в то, что они делают что-то очень-очень хорошее, очень достойное. Более того, это на самом деле очень часто именно у силовиков, то есть у армии реже, у человека, что вы заблудшие овцы, вы не понимаете, какой мы там подвиг совершаем ради вас, когда мы же по вам стреляем. На самом деле вы слишком глупы, чтобы понять, что вам не надо выходить на эту там площадь и так далее. Это с точки зрения того, когда мы берем условно нормального человека и готовим его к чему-то такому. Всегда нужно помнить, что среди нас есть просто 2% людей, которым это нравится. И их нельзя списывать со счетов. Нормальным людям, которые привыкли здороваться со своими соседями по утрам и, не знаю, придерживать дверь, не понять, что вот буквально там на их лестничной клетке может жить человек, который встает с утра и думает о том, что, возможно, мне сегодня повезет, и я там кому-нибудь дубинкой проломлю голову. К сожалению, такое тоже есть. Да, их немного, но они есть. И когда вот такой вот, один буквально, попадает в подразделение, он вот эти свои идеи, опять же, когда на него еще работают вышестоящие офицеры, когда на него работают психологи, он вот этой идеей насилия, он может заразить очень легко. Спадару Константине, послухайте, вот с каждым днем у Беларуси, ну, все-таки, все тяжей уявить, что помириться и знову будут сидеть за одним столом, умовно, наши и не наши. Вот эти два вот эти лагеря, на которые расколото белорусское громадство. Это Лукашенко, лояльные силовики и чиновники с одного боку, и с другого боку просто народ. Ці ёсць нейкая мяжа незвароту, пасля якой звычайна пачынаецца, напрыклад, грамадзянская вайна? І калі вось яшчэ застаюцца шанцы на тое, што ўсё-ткі памірыцца можна, вось захаваць гэта адзінства ў народзе, ў грамадстве, на вашу думку, што можна тут параіць нам, беларусам? Історія вучыць нас таму, што все войны заканчиваются, и потом француз едет куда-нибудь в Берлин делать бизнес, да, или на отдых, или женится на немке. И это при том, что французский народ очень сильно пострадал во Вторую мировую войну. Жители Израиля тоже преспокойно общаются с немцами. Но
сколько времени, во-первых, прошло, во-вторых, сколько скорби было прожито. У нас с началом войны, когда по-настоящему начала литься кровь, вот эта вот трещина, эта граница и там фронтир, да, наверное, можно так сказать, он прошел не по линии, тогда еще даже этого разграничения не было, вот где-то там в Донецкой, Луганской области. Он местами прошел через семьи. То есть были люди, настолько травленные пропагандой, которые были на войне, неважно, комбатантами, медиками или волонтерами, которые видели все это, они говорили, нет, там нет никакой войны. У нас какой-то гражданский конфликт, это вот просто там простые какие-то шахтеры что-то захотели, там, значит, свободы, а вы вот странные там что-то мешаете. Это война. Это полноценная война с применением тяжелого оружия, с всеми практически атрибутами настоящей войны. Но в нее не верят. У нас до сих пор есть люди, которые считают, что если завтра условный, потому что их, ну, их очень мало, на самом деле, ополчение из какого-то Донецка приедет в Киев, то его тут встретят, потому что, ну, мы же там братья, вот это все. Это я рассказал как пример и аллегорию. Да, наверное, белорусы, которых не коснулись вот эти вот пули Силовикова, они, наверное, могут в какой-то момент, не, ну нам же надо жить как бы дальше. Но, честно, я бы не хотел бы в этот момент, когда кто-то такой скажет, смотреть в глаза матери погибшего при задержании вот этого айтишника. Я не знаю, как ей можно сказать, давайте сядем за один стол переговоров. Рано или поздно все садятся за этот стол. Вопрос только, на каких вы будете ролях. Будут ли свободно белорусскому народу диктовать свои условия кто-то там, либо же это белорусский народ скажет, скажем так, будет определять свое будущее. Спадару Константине, дякую великий вам за сегодняшнюю размову. От себе только хотел сказать, что счастья и вам, и вашей краине, каб хутчэй скончилась война, ну а у нас, каб гэтая война и не почалась. Я спадарству нагадаю, с нами был Константин Ульянов, эксперт у пытаниях профилактики боевого стрессу с Украины. У студии был я, Валер Руселик. Дякую спадарству за увагу. Доброго вечера.